Всем привет, это очередные покупки сайта iHerb, и сейчас я вам покажу съедобную часть, а потом несъедобную часть. Первое, кто следит за мной в Instagram, видели вот уже такую баночку со смесью. И что же у нас здесь? Здесь такая мука, пудра, как угодно называйте, из различных ростков, и она с кофейным вкусом. Что здесь в составе? Я сейчас быстренько пробегусь. Она чем-то схожа с Raw Milk по составу. И так, что здесь есть? Рисовый протеин и конопляный протеин, капуста кейл, альфа-альфа, да, это, по-моему, брокколи, кстати, зародыши или что-то типа этого, ростки пшеницы, здесь и ягоды асаи есть, и экстракты моркови, и мака, и банан, и чего-то только нет, и чай мате, и экстракты кофе, зеленого чая. В общем, тут еще много чего, я все перечислять не буду. Как видите, по составу эта смесь схожа с Raw Milk. Здесь 10 грамм протеина на порцию, что неплохо, но углеводов тоже 8, по-моему, если я не ошибаюсь. На утро вполне неплохо, по вкусу мне понравилось, пить можно. Взяла смесь риса, здесь 3 разных вида. Вот так он выглядит на тарелке. На вкус достаточно интересный, необычный получился. Мне понравился. Буду заказывать еще. И как вы только вскрываете пакет, здесь есть такая липучка, которая просто делает открытие и закрытие этого пакета очень и очень удобным. Взяла 2 пачки таких нори. Я люблю делать и роллы домашнего приготовления, и просто так пожевать. Одну пачку я уже просто схрумкала буквально за неделю. Хорошо, что взяла 2. На вкус эти нори особо не отличаются от обычных. Да, здесь написано, что не сырые, но, по-моему, и обычные нори, которые у меня были до этого, они тоже были сырыми. Но особо я на вкус разницы не почувствовала. И яблочный уксус. Нет, я не взяла для того, чтобы его пить. Я взяла для того, чтобы делать заправку для салатов. Я не отношусь к той категории людей, кто любит пить разбавленный яблочный уксус с водой. И у него, кстати, ведь много противопоказаний. Но делать замечательную заправку для салата, которую я вам обязательно покажу в конце видео. Так что, кому интересно, посмотрите. Мне понравилось, очень безумно вкусный яблочный уксус, не такой, как продается у нас в магазине. Он действительно с яблочным вкусом, он действительно пахнет очень натурально, и божественная заправка с ним получается, и просто так салаты, и такую смесь, которую я делаю. И хотела бы я еще вам показать вот эту вот манну от Nutiva. То есть это, в принципе, цельный кокос. Хотела бы вам сказать, чтобы, точнее, предостеречь вас, если вы хотите взять что-то подобное, то берите от фирмы Artisan. Я ссылку оставлю внизу, потому что эта кокосовая манна, она очень сухая, ее очень трудно отковырять, она у меня достаточно долго, но я ее не могу просто съесть, потому что ее отковыривать нереально. Вот эта вот часть загустела, и она уже... Я не знаю, как я ее буду отдирать из банки, а масло плавает сверху. Конечно, в артисане тоже масло было сверху, но не так много, и сама мякоть была очень и очень сочной. А вот это совсем не тот продукт, который, ну, мне подходит. И кроме того, из крышки всегда подтекает, и она уже приехала ко мне с подтеками. В общем, стоит она у меня практически без дела, вот у меня уже и руки жирные. В общем, не рекомендую, если вы хотите взять что-то подобное, то берите артисану и только ее. Уксуса просто невероятный яблочный запах, я никогда такого в жизни не видела. Бутылочку мы потрясли, так, 2 ложки я добавлю. Все. И по очереди, собственно, добавляем наши ингредиенты и смешиваем их. У меня 1 головка чеснока. Кто любит больше, добавляйте больше. Кто меньше, меньше. Кто не любит, не добавляйте вообще. И далее у нас идут
оливки и приправа. Ну и теперь самый главный момент. Нужно будет добавить примерно 2 столовые ложки оливкового масла. Я добавляю на глаз, это будет выглядеть вот так. Хорошенечко перемешиваем и отправляем в холодильник. Дайте соусу постоять хотя бы час, чтобы все ингредиенты начали между собой взаимодействовать и получится невероятный вкус. Эта заправка хранится достаточно долго в холодильнике, но я делаю такими небольшими порциями и потом добавляю салат. Ее можно делать и пожиже, соответственно, добавив чуть больше масла и уксуса. Вот заправка, вот мой салат. Я сейчас это аккуратненько перемешаю. На дне у меня салатные листья, но сверху немного помидоров черри и огурец. Для этого салата идеальное сочетание. Очень люблю, надеюсь, что понравится и вам. Приятного аппетита!